Всем привет и добро пожаловать на небольшом сравнении качества фотографий Samsung Galaxy S4 и 5-го iPhone. Напомню, что у Samsung аж целых 13 мегапикселей, когда у iPhone 8, но что удивительно, качество практически не отличается. Эти самые 13 мегапикселей выигрывают только при максимальном зуме, где картинка довольно-таки чистая, то есть без шумов, и четкая, когда на iPhone есть шумы и особой четкости не наблюдается. Также на камере Samsung фотографии получаются светлее, но цвета из-за этого немножко искажаются и они не такие натуральные, когда у iPhone все как раз таки наоборот. Довольно-таки темная картинка, однако натуральные цвета. Режим панорамы особо не отличается. Единственное, что я заметил, что панораму у Samsung стандартными средствами можно сделать несколько шире, чем у iPhone, а так в целом все точно так же. Как всегда, пишите в комментариях, чьи снимки вам понравились больше. Лично я разницы в 5 мегапикселей особо не ощутил. А также советую вам посмотреть сравнение фронтальной и задней камеры при съемке видео. А на этом все. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть полное сравнение Samsung Galaxy S4 и 5-го iPhone. Всем удачи, пока!